Здравствуйте, дорогие друзья. И это Торнадо Разбери. Наконец-то оно вышло в банке, я смогу сделать обзор, потому что если не в банке, я обычно обзор не делаю. Исключением является разве что Easy Extreme. Обзор пока не вышел, потому что там я ебальник запылил, думаю, выкладывать пока или нет, но рано или поздно он будет, так же как обзор на Гориллу. Персик, что-то там. Короче говоря, Торнадо Разбери. Дизайн мне, в принципе, более-менее нравится. Вот и уже вышла какая-то Торнадо Манга. Походу новая, блять, мода делать все засранным максимально, чтобы обычный фон отсутствовал. Ну так уж и быть, примем это как данное. Надеюсь, более таких четырех таких вкусов не выйдет. Так, давайте приступим к вскрытию. За дизайн я поставлю 1+, он мне в принципе понравился, это выглядит довольно неплохо. Разбери, насколько я знаю, это малина. Так, пшикнул он довольно громко, пахнет как химозная малина. В принципе, это база, как говорится. А мы продолжаем. Итак, давайте-ка я налью его. За запах сразу же поставим банк химозный, прям цвет розовый. Запах поставим 1, он довольно токсичный. Пьем. На вкус как очень водянистая малина, то есть там прям вода водянистая. Я в ахуе. Итак, мы продолжаем. Качество записи изменилось, но это потому, что я долбоеб и забыл включить свет. Какой же я тупой. Итак, мы продолжаем. Сейчас вы сможете видеть все гораздо лучше. Итак, свет химозный. Сейчас попробую из стаканчика. Все такая же малина. Вкус сначала яркий, химозный, а потом сразу же переходит в воду. Да, такое себе на самом деле. Мне не особо по душе такое, что вкусы сразу же исчезают после того, как ты их почувствуешь. А то, ну такое себе. Я пришел наслаждаться напитком и... Пиздец. В общем и целом, Торнадо Разбери неплохой вкус. У Торнадо, конечно, огромная палитра вкусов. Но у меня есть к ним одна претензия, блядь. У нас были Шторм, Актив, Айс, Кофе, Баттл и Скилл. Да? Вообще, сначала у нас были только Шторм, Актив, Айс, Кофе, потом Баттл, потом Скилл, потом как она Баббл, потом Топ-Дог, потом Кактус, потом Манга, потом вот эта хуйня. У меня, блядь, вопрос. Какого хуя вы сняли, блядь, Айс и Кофе? Или вы не сняли их? Просто вот как еще вы это можете объяснить? Я один раз случайно зашел во ВКонтакте и видел там пост с хуманизацией этих банок. И там не было Айс и Кофе. Какого хуя? Спрашивается, блядь. А? Сука, Айс это лучший вкус Торнадо, блядь. Айс это лучший вкус Торнадо. Он лучше Шторма, Актива, Кофе, Батла, Скилла, Коконата, Бабла, Топ-Дога, блядь. Сложно произносить Топ-Дог. Топ-Дог звучит как-то не очень, кстати. Кактус и Манго. И Разбери, блядь, вместе взятых, нахуй, он их лучше. Он их переебывает, просто берет с плеча, нахуй, с ноги, нахуй, с локтя, через бедро, блядь. Какого черта, ладно, Шторм, Актив, нормальные тоже. Неплохие такие, прикольные. Которые выходили позже, но Топ-Дог разве что хороший. А остальные, ну такое. Баббл, в принципе, пить можно. Скилл, ну он нормальный. Баттл на уровне, ну чуть выше, чем Скилл. Короче говоря... Айс был лучший, кофе был нормальный, хороший, его можно было пить. Это был не худший энергетик с кофе. А знаете, какой лучший энергетик с кофе? Red Bull кофе. Я даже вот так вот делаю. Скажу, такое. Это лучший Red Bull, как у меня. Лучше оригинального. Вот, это лучший Red Bull. И вот он. Прям охуенный вкус кофе. Он очень приторный, но мне нравится. Итак, по поводу Разбери. По поводу Айс я уже все сказал. Верните, сука, его, блядь, в производство. Я его нигде не вижу. Даже кофе находил, который трудно найти. Довольно-таки. А Айс, блядь, нет. Хочу Айс, блядь. Это как сняли, нахуй, Monster Assault и Monster Chaos, блядь. Тоже сняли с продажи, блядь, и дорасы. Chaos довольно нехуёвый такой, ну, типа, да, типа Фанта. А Assault, ну, это кола, блядь, это база, нахуй. Сейчас самый лучший энергетик с колой, который я пробовал, это Дизи. Если вы знаете, ну, если не знаете, то... Вот Дизи. Так вот, блять, продолжаем. Ладно, хватит уже все эти возмущения. Я потом сниму обзор на каждый из вкусов Торнадо одновременно. Думаю, вы понимаете, о чем я. А пока что насчет Разбери. Таурин и кофеин все еще так же, 40-30. И бодрит он, ну, не так уж и сильно. Что-то на уровне флеша, может, чуть посильнее. Да-да, чуть-чуть посильнее, чем флеш. Я не прям что в тонкостях знаю. Бодрит он средний. Ну, 1. С натяжечкой 1. То есть это что-то между 0,5 с плюсом и 1.
Но я буду ставить в пользу, потому что Торнадо я уважаю. За все, блять, кроме того, что не сняли Айс и Кофе. Если не сняли Айс и Кофе, слава богу. Если не сняли Айс и Кофе, я не зря записываю, блять, эти возгласы возмущенные. Потому что иначе, если бы они не сняли Айс и Кофе, это было бы бессмысленно. Если они не сняли их с производства, то пишите мне, блять, в комментарии и говорите мне об этом. Так вот, насчет Raspberry. Про бодримость я уже сказал, однёрочка, как у всех Торнадо. Дизайн хороший тоже, однёрочка. Мне, в принципе, понравилось. Даже плюсик накидывать не буду. Хотя не, накину, тут черный фон. В отличие от манго, который мне... Прикольно, конечно, но не 100-500. Да. Также они переработали банку. Раньше банки были вот такие вот, типа... Сейчас она матовая какая-то, а раньше... Хотя хуй знает. Или раньше они были... Я не знаю, как это называется. Сейчас они гладкие, да. Сейчас они гладкие, а раньше они были такие матовые. Типа, что-то типа этого. Короче, более сухие. Что еще сказать? Цена. Цена 75 рублей. Да, 75 рублей. Ну, в принципе, раньше Торнадо стоило 40. Так что я даже не знаю. Сочтем за 1 с плюсом. Потому что бодримость, в принципе, меня устраивает. Вкус меня устраивает. Запах меня устраивает. Дизайн я оценил, складываю все баллы, они будут прямо вот где-то тут. Увидели? Молодцы. На этом я завершаю свой видеоролик, в котором я обозревал Торнадо Raspberry. Итак, как я говорил, это начали. Здравствуйте, дорогие друзья. До свидания, дешевые недруги. Увидимся когда-нибудь потом. А все-таки Торнадо Raspberry неплох. Давайте помянем, что ли. Yeah.